Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. И сегодня я вам снимаю очередное видео про свой заказ, но этот заказ будет уже не новиночек, а именно того, что я полюбила и то, что я заказываю постоянно. Во-первых, это, конечно, что-то из еды постоянно я заказываю, это вот такие вот коктейльчики, я их набрала по купончикам, взяла их 20 штучек, тут их только 2, это вкусный коктейль, но тут вот написано вкус карамели, но я бы сказала, что больше я чувствую вкус ванили, да, и в карамели я чувствую плохо, вот, мы его наводим на молоке, на литр молока, мы высыпаем 5 таких коктейльчиков и пьем всей семьей. В принципе, очень вкусно, здорово. И нашли им такое вот применение. Хотя их нужно наводить на воде по инструкции. Но я делаю это как раз таки на молоке. Очень вкусно, очень питательно. Конечно же, очень полезно. Это равносильно полноценному, как даже сказать-то, перекусу, да, полднику. Артикул 15451. Это молочная сыворотка сухая, мальтодекстрин, загуститель, эмульгатор, ароматизатор натуральный и подсластитель, и экстракты ромашки и шишек хмеля. То есть очень даже классно. Коктейль «Вечер» создан для того, чтобы мы с вами успокоились и спокойно уснули, легли спать. Да, то есть он помогает нам успокоиться на ночь. Это тоже классно. Я даю его, конечно же, пить деткам. Тут идет масса, нет одного пакетика, 10 грамм. Реально вкусный напиточек, реально классный, реально полезный. Да, и вот всю я вам аннотацию тут даю. Да, он очень низкокалорийный. И вот содержимое пакетика нужно просто развести в чашке 150-200 мл воды комнатной температуры. Мы же это делаем в блендере на литре молока. Очень-очень вкусно. Пьем всей семьей довольны. Очень довольны. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это маска для лица. Я ее тоже уже давно заказываю. Она мне понравилась. Она идет такая жиденькая. Сейчас я ее открою. Ну, то есть она идет такая вот жиденькая. Открываю я ее, потому что как раз сегодня ее очередь. Да, такая вот идет полупрозрачная, что-то типа гельчика. Да, вот видите, такая вот она прозрачная. Способ применения у нее тоже очень интересный. Вот она такая склизкая. Почти практически ничем не пахнет. Способ применения: на очищенную кожу лица нанести маску, избегая области вокруг глаз, и через 10-15 минут смыть теплой водой. Использовать один раз в неделю. Эта масочка идет 30+, артикул 0833. Хочу сказать, что кожа на самом деле становится намного свежее, приятнее, выглядит на самом деле лучше. И да, эту маску я очень часто заказываю. И она мне очень как бы понравилась. И она реально стоит очень недорого. Реально недорого. И эффект есть. И поэтому попробуйте, да. Но эта маска 30+. То есть ей нельзя пользоваться молодым девушкам. Салфетки я заказала в дорогу, влажные для интимной гигиены, для чувствительной кожи. Очень приятный цветочный такой аромат, классный. Идет 15 штучек. Все мы с вами знаем, что наша продукция проходит все ГОСТы, СанПины, стандарты и так далее. И, конечно, мне очень приятно именно в компании Faberlic ее заказывать. Да? Вот. Артикул 8276. Их тут 15 штучек. Обычные салфеточки, беленькие, легкий такой цветочный ароматик. Далее тоже закончился у меня дезодорант Пион и Лилия. Я этот аромат очень хорошо, сильно полюбила. Заказываю его с удовольствием. На самом деле он очень хорошо защищает от пота, все такое. Вот, артикул 8568, тут идет 50 мл, он идет эффект пудры, дезодорант, антиперспирант, белых следов он на одежде не оставляет, да, вот я сейчас им наношу, да, есть чуть-чуть беленький налет, но он быстро высыхает, ну, не скажу, что прям мгновенно, но нормально. Пользоваться можно, классно, и самое главное, свою функцию он выполняет хорошо, нормально.
Следующее, что мне очень-очень понравилось, это вот такой мицеллярный гель. К сожалению, он идет 20+, но я все равно его заказала. Во-первых, он такой густенький, но он очень хорошо впитывается. Видите, вот он хорошо очень впитывается в ватку. Не в ватку, а в ватный диск. Вот. Идет он 200 мл. Свежесть сияния молодой кожи 12 часов. Бережно удаляет макияж и загрязнения, очищает и увлажняет. Макияж он на самом деле хорошо удаляет, он не удаляет водостойкий макияж. Содержит Novaftem O2 в своем комплексе. Идет 200 мл, артикул 0716, легкий, приятный, классный, свежий аромат. Это очищающее средство нового поколения. Эффективно и бережно очищает кожу век и лица от макияжа. Освежающая текстура мицеллярного геля увлажняет кожу лица. Да, на самом деле, когда я пользуюсь этим средством, моя кожа не сохнет, ничего. Давайте с вами посмотрим. Вот он, видите, такой гельчик полужидкий, да? Видите, он, его надо сильно наклонить, чтобы он потек, да? То есть такая очень-очень приятный, свежий, классный, легкий аромат. Мне, в общем, в этом геле мне понравилось все. И даже если мне 33 года, я почему-то его вот все время тоже заказываю. А также я заказываю мицеллярную воду от iStream. Тоже очень мне нравится. Я их меняю, да, потому что одно и то же средство кожи, мне кажется, будет привыкать. Не знаю, права и не права, но я очень часто средства эти меняю. А далее, это фавориты моего мужа. Это гель для душа Ice Effect Celsius, гель для душа и лица, и тела, и волос, и дезодорант, антиперспирант, и, конечно же, вот такой вот гель для душа Lancelot. Все это я очень люблю, очень приятно пахнет в ванной, когда муж помоется, заходит в комнату, аромат просто обалденный, очень классный и прям, ну, вообще здорово, да. Гель для душа, он идет 250 мл, артикул 0525, он идет 3 в одном, идет как многофункциональный продукт для лица, тела и волос, действует как ледяной компресс, заряжает энергией, превосходный дезодорирующий эффект. То есть, ну вот, да, то есть тут также есть ГОСТ, Санпин, все такое, вот, и он прозрачный идет, да, прозрачный, густенький, пенится очень хорошо. И очень, конечно, такой мужской классный аромат. Дезодорант. Тоже мы его заказываем уже более года. Очень такой сильно, сильно распыляется он. Аромат не резкий, приятный. Артикул 0529. Хорошо справляется со своими функциями. Мы его берем и в поезд, и везде с собой. 150 мл он идет. Вот, он на самом деле гарантирует защиту от пота и неприятного запаха на целый день. Быстро сохнущая формула без спирта не раздражает кожу. На самом деле быстро сохнет и все такое. Мужчины у нас с вами нетерпеливые. Да, то есть, ну, это, конечно, то, что я давно уже заказываю, и мне это очень нравится. Ну, и недавняя новинка, гель для душа, волос и тела, также идет Lancelot. Мой муж моется не, голову моет не гелем этим, он моет голову на шампунем Bio Arctic на мхе. Ему очень нравится этот шампунь от перхоти. Вот. А это и на самом деле такой благородный аромат с подлинно мужским характером для сильного, энергичного и уверенного в своем в себе человеке. Да, и, конечно, превосходно очищает кожу, придает волосам дополнительную энергию жизненной силы, насыщает кожу необходимой влагой, сохраняя ощущение увлажненности и свежести на весь день. Да, он, не, конечно, он не жалуется, ничего, но бывает такое, что он, допустим, говорит: «Аня, у меня там твоего геля для душа кожа сохнет», да, а вот с этого он не жаловался. Восстанавливает силы, придает заряд бодрости, подходит для ежедневного ухода. 200 мл, артикул 0534. То есть такая вот красота. Вот состав, пожалуйста, да, давайте посмотрим состав. Способ применения тут есть, да, и вот, в принципе, вся аннотация, какая она есть. Очень такой классный, сильный аромат, такой сладковатый, такой мужской. Очень такой, да, мне нравится. Я этим ароматом очень довольна. Также давайте поговорим с вами о скрабе очищающем и об увлажняющем
тоники, да, во-первых, увлажнение и тонус – это скраб очищающий, в нем содержатся цветы тиары, ягоды годжи и масло карите. Чем он мне нравится? Он тоже идет 30+, это очищающий скраб, он на самом деле деликатный, там крупные скрабинки, я его еще пока что не открывала, да. Там идут, давайте посмотрим с вами, да, там идут такие реально крупные скрабинки, да, ой, как много я выдавила, ну, то есть, таким вот он образом работает, мне не нравится аромат, какой-то такой, никакой, грубоватый, да, аромат, вот видите, скрабинки как раз-таки, да, очень хорошо их видно, и вот эти вот скрабинки, они как раз не травмируют кожу, вот что вот здорово, что классно. Способ применения тоже легкий, 1-2 раза в неделю мы наносим его, да, но вот масло карите, которое содержится, да, в этом скрабе, оно разглаживает поверхность кожи, экстракт ягод годжи замечательный, ее тонизирует, вот, а экстракт цветов тиаре восстанавливает водный баланс, поэтому, да, я беру именно средство 30+, оно мне очень понравилось. Второе средство – это крем «Гамаш». Тоже классная штука от вербены. Против 7 возрастных изменений. Способ применения у него тоже легкий. Он идет как скраб, но намного легче. Да? Как бы, ну, это «Гамаш». С мягким полирующими гранулами эффективно очищает поры от загрязнений, удаляет ороговевшие клетки кожи, разглаживает ее поверхность, подготавливает кожу к последующему нанесению. Тоже заказываю уже неоднократно. Так, забыла сказать артикул 0828, да, 75 миллилитров, а у крема «Гамаш» 45 миллилитров и 0806 артикул. Вот давайте состав сфокусирую, да, видите, везде ГОСТы, да, давайте также вот аннотацию сфокусирую со всех сторон, да, и вот что этот крем делает, да, бережно очищает кожу, выравнивает поверхность кожи, способствует обновлению кожи, укрепляет защитный барьер кожи, делает поры менее заметные, восстанавливает упругость, улучшает цвет лица. Вербена, она тоже идет уже 30+, поэтому я все такое вот заказываю, да, то есть очень красивая упаковочка. Тут была защитная, конечно же, пленочка, бывает, да, такой вот кремчик. Легкая текстурка. Он нежный такой. Аромат какой-то, как будто немножко виноград. Я не знаю, будет ли видно вот эти вот крапинки. Но они такие микро-микро-микро. Легкие-легкие-легкие. Но они такие сильные и довольно-таки хорошо скребут. Да? Довольно-таки хорошо. Как это, да? Вот-вот, видите, немножко на пальце их видно. Я даже не знаю, как вам их описать. Они... Их практически незаметно. Ну, такие микро-микро. Но они такие сильненькие, остренькие. А, да, ну гамаш, конечно, это не скраб. Он работает немножко по-другому. То есть гамаш и скраб у девушки в ассортименте должен быть дома. Далее, что мне бы вам хотелось показать. Это тоже два моих фаворитика. Это кислородное питание. Идет фитосыворотка и защита сыворотка молодости. Вот, это iStream, это Prolixir. Они идут обе по 15 мл. Говорим про фитосыворотку. Я ее тоже очень часто заказываю. Вещь просто классная. Вот она такая жиденькая, мутненькая, да? Видите? Жиденькая, мутненькая. У нее очень приятный такой ароматик. Да? Вот она такой идет, пипеточки. Ароматик, я бы вам сказала, ну, практически его нет, но он такой легонький, какой-то такой сладенький. Ну, в принципе, он и не должен тут быть. Значит, что он содержит? Он сочетает в себе уникальную формулу кислородного комплекса Нарофтем О2 и запатентованные лаборатории Faberlic микрокапсулы Тумерин. Восстанавливает, укрепляет функционал кожи, который был заложен природой от рождения и теряется со временем под негативным воздействием окружающей среды. Да, то есть он проникает в глубокие слои кожи и восстанавливает и укрепляет ее защитную функцию, оказывая длительное антиоксидантное действие.
Да, вот такая вот фитосыворотка, которая предназначена для быстрого восстановления кожи, которая способствует активной регенерации клеток, мгновенно снимает сухость, шелушение, зуд на коже. Активный комплекс как раз возвращает коже эластичность, гладкость, здоровый вид. Результаты заметны сразу после нанесения, а при ежедневном использовании полученный эффект становится стабильным. То есть ее нужно, вот способ, если применение почитать, да, то ее нужно наносить 3-4 капли фитосыворотки утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и декольте, или добавить 1-2 капли сыворотки в дневной или ночной крем. Да, то есть очень интересный способ. Да, 15 мл. Так, где же у нас артикул? Артикул 0210. Да, вот я ее пользуюсь ей давно, она мне очень нравится, заказываю ее регулярно. Сыворотки у меня заканчиваются, к сожалению, быстро. Быстро не потому, что они маленькие, не экономные, а потому, что я наношу от лба до по всему декольте, да, и поэтому мне этого флакончика не намного. Следующая сыворотка с артикулом 0722, это идет сыворотка с гиалуроновой кислотой. Она мне нравится больше, действие, мне кажется, лучше от нее идет. Вот. Но и аннотация у нее, конечно, немножко проще, наоборот, в описании. Значит, она помогает коже бороться со старением на уровне ДНК. Увлажняет, преображает, разглаживает кожу, стимулирует ее естественный процесс. То есть я эти сыворотки две, я их... как вам даже сказать, я их очень часто миксую, то одну, то другую. Не одновременно, а вот одна закончилась, я открыла вторую, ей пользоваться начинаю. Значит, вот состав. Состав. Также есть ГОСТ, все протестировано. То есть тут он стимулирует у кожи естественный процесс обновления, да, содержит биологический комплекс высокой концентрации. Способ применения: сыворотку самостоятельно 3-4 капли наносите утром или вечером на очищенную кожу лица, шеи и область декольте, или добавляйте по 1-2 капли сыворотки в крем или ночной крем, да, то есть как хочется. Для сохранения молодости используйте курсом не менее 2 месяцев. То есть, да, тоже вещь классная. Вот тут содержится наш пептидный комплекс S20, помогает который вывести из кожи токсины, предохраняет белки кожи от повреждения УФ-лучами, способствует сокращению накопления поврежденных белков, заметно сокращает количество морщин. Да, вот все прям да-да-да, и я очень люблю вот это вот все, да. Просто великолепная вещь, да, зачитывать вам не буду, хотите, поставьте на паузу, почитайте. Очень-очень она мне понравилась. Артикул 0722. Она очень красивенькая, такая же хорошенькая, беленькая идет. Впитывается реально мгновенно. Конечно, ее надо 1-2 капли, да, как мы с вами поняли. То есть она на самом деле долгоиграющая. Да, вот такая вот пимпочка. Да, вот смотрите. Мы ее, когда наносим, она прямо как в воду как будто превращается, да, смотрите, прозрачная. Сейчас она превращается в воду, лицо становится блестящим, сырым, а потом резко впитывается. Буквально вот мгновенно. Кожа ее очень хорошо кушает, очень хорошо впитывается. Она. Люблю обе сыворотки, а также мне очень нравится... так как все мы с вами девушки, и иногда перед критическими днями вот эти средства я использую именно тогда. Во-первых, это кислородный баланс, да, у меня становится кожа жирнее. Он также содержит новофтен тумерин, мягкое очищение, это идет как мусс для умывания. Запах у него такой, я бы так сказала, кисловатый, мне он не очень нравится, но он очень хорошо работает, да, то есть он и устраняет жирный блеск, успокаивает кожу, мелкие очаги воспаления, не стягивает, не пересушивает кожу. Да, это все так. Я им тоже пользуюсь, я его покупаю не так часто, потому что он мне нужен всего лишь на несколько дней в месяц, и он у меня очень долго стоит. Артикул у него 0201, он идет 100 мл, но на самом деле, опять-таки, он у меня идет долгоиграющий, то есть я на постоянной основе им не пользуюсь. Далее такой же идет гамажик для лица, да, то есть я тоже его применяю вот как раз-таки 2-3 раза в месяц. Вот, тоже вещь хорошая, вещь классная, тоже аромат мне... Ой, забыла распечатать, это новая упаковочка.
Так, давайте. Тоже аромат мне не очень понравился у этого гаммажа. Я все-таки люблю что-то сладенькое, вкусненькое, да, но я, конечно, слушала блогеров на Ютубе. Они, наоборот, ругаются, что крема сильно пахнет от Фаберлик, ни к чему все эти отдушки. Ну, в принципе, да, зачем крему отдушки какие-то? Да, давайте с вами посмотрим этот вот гаммаж. Давайте сюда. Вот он такой вот. Он тоже очень такой. Он идет, этот гаммаж идет очень нежный. Вербена, она идет грубее. А этот гаммаж тоже такой легкий, сладковатый такой под запах, да. И он, как вам сказать, если у вас кожа раздражена, да, то вот он как раз под эту кожу и подстраивается. То есть он не травмирует кожу, что очень-очень важно. Скрабинки нежные практически не скребут по лицу. И вот это как раз очень хорошо для раздраженной кожи. Да, все мы с вами знаем, что если, допустим, на лице есть прыщик, нам нельзя пользоваться уже скрабом. Так вот, этим гаммажем пользоваться как раз-таки можно. Он специально для этого создан, чтобы не травмировать кожу. Он глубоко очищает кожу и поры, нормализует активность сальных желез и возвращает коже гладкость. Гаммаж удаляет сухие клетки и выравнивает поверхность кожи. Растительный комплекс на основе кипрея нормализует работу сальных желез, а активная добавка из глубоководных водорослей устраняет жирный блеск и матирует кожу. Используйте гаммаж регулярно, и ваша кожа всегда будет выглядеть чистой, матовой и увлажненной, ухоженной. Да, вот тут также есть способ, также вот есть состав, давайте я увеличу, да, 75 миллилитров 0,2-0,3. Вот как раз вот эта серия, я ей часто очень пользуюсь, как бы раз в месяц, да. А далее, что мне нравится, это активная сыворотка для лица с коллагеном, омолаживающая программа и крем для лица и шеи, круговая пластика. Я его использую практически для шеи. Честно сказать, тоже он у меня бывает быстро уходит. Но мне очень нравится, что у меня нет ни одной морщинки. Так, давайте, куда я не наносила. Вот сюда я ничего не наносила. Мне очень нравятся, во-первых, такие упаковочки. Вот. Все я пользую одно за другим. Вот он таким вот образом, да, обычный такой кремчик. Довольно-таки у него идет плотное нанесение. Он жиденький, но нанесение плотное. Такой слегка сладковатый оттенок, да, то есть он подтягивает, моделирует, укрепляет контуры лица, предотвращает провисание нижних отделок щек, подбородка, препятствует деформации овала, возвращает коже эластичность, плотность и тонус. Да, очень хорошая вещь, когда я начинаю пользоваться, на самом деле я вижу результат. Он идет 30 мл. Вот, тут на него подробная аннотация, очень хорошая, да, можете поставить на паузу, почитать. Тут, в принципе, вот эта вот марка «Эксперт», она одна из самых лучших от Faberlic, потому что она идет именно направленного действия на какую-либо из проблем. То есть у нее узкая, да, у этих всех кремов узкая работа, да, то есть если глубокое очищение, то он старается как можно глубже чистить, да, то есть если это подтяжка, то он работает только на подтяжку, да, то есть узкий спектр действий, да, то есть он не захватывает столько, допустим, сколько может захватить и сделать кислородный бальзам, но опять-таки он действеннее, да, действеннее средств, которые работают сразу же, да, вот, ну и, конечно, эксперт, он на совесть сделан. Далее, значит, активная сыворотка для лица. Так, я не сказала артикул. 1078 у крема для лица, шеи и декольте. Да, вот. Это омолаживающее. Это 30+ идет. Омолаживающая комплексная программа Age Power. Это активная сыворотка для лица с коллагеном. Я ее тоже порвала. Я ее тоже заказываю уже второй раз. Тоже она мне понравилась. Маленькая, аккуратненькая, быстро заканчивается. Артикул 1075 очень хорошо работает. Очень хорошо работает, но 60 дней я ее, к сожалению, никогда не пользовалась. Стыдно признаваться, но на самом деле у нее курс использования 60 дней. Вот, но я ее 60 дней не пользовала никогда. 30 мл. В принципе, да, такой вот крем для лица. Тоже нормальный аромат, нормально наносится, тоже идет как бы светленькая она такая. Давайте я ее открою, что-то я ее не открыла.
да, вот давайте сюда, да, то есть вот как бы светленькая такая вот она. Пахнет такой небольшой кислинкой, освежила вкус, память освежила, да, и, конечно, вот тоже аннотация на нее тоже шикарная. И честно скажу, что вот все эти крема работают хорошо. Я их иногда, когда вот смотрю, что у меня дома есть уже порошки, что у меня есть все платья, что у меня вроде бы все есть, что мне ничего не надо. И когда я смотрю, да, я вспоминаю, что, о, я давно не заказывала сыворотки, я давно не заказывала что-то для лица, да. Вот я заказала серию платинум, до этого вам снимала обзор. И сейчас вот я заказала вот гаммажи и все такое. Как раз посмотрела в ванной, они у меня уже практически закончились. Думаю, боже ты мой, все забыла. Забыла про мужа, про дезодоранты. И, конечно, заказ 50 баллов у меня набрался мгновенно. Да, это не весь заказ. Я еще заказала свои любимые универсальные салфетки. Вот, ими постоянно пользуюсь. Тут их 40 штучек. Приятный аромат. Единственное к ним замечание, что они... Артикул 111.27, они немножечко сушат кожу. Да, вот смотрите, какая тут есть меры предосторожности. Тут есть влажные салфетки. Ими можно протирать все. Они на самом деле хорошо работают. Вот, также очень люблю серию Эксперт нашу для волос. Часто заказываю маски. Маски я наношу не так, как все нормальные люди. Я маску после мытья головы ложу на волосы. Побольше, да, прям побольше. И видите, она такая густая идет, да, видите, практически даже не отпечатывается. Сладкий, приятный, классный, клевый аромат. И я заматываю эту маску на 2 часа в полотенце и потом смываю. Это идет защита цвета, интенсивно питает волосы, делает волосы мягкими и блестящими. На самом деле так, питает хорошо. Самой, конечно, мне нравится масочка больше, но и это тоже неплохая. Я считаю, что волосики могут разными масочками питаться, они становятся лучше. Артикул 89.56, она идет 200 мл. Больше года ее заказываю. Маски увлажняющие, маски с амлой, маски антивозрастные маски. И вот эту вот масочку всегда заказываю для блондинок. Да, и вот, конечно, мой фаворит, это, конечно, больше я всего заказываю старшей дочери. И больше всего я заказываю младшей дочери. Потому что любое пятнышко, любой укус комара или еще что-то, это средство нам приходит на помощь. Оно не обезболивает, но оно снимает зуд, оно снимает раздражение. Вещь просто классная. Способ применения. Тут нанесите небольшое количество бальзама на очищенную кожу, как самостоятельное средство или под ваш любимый крем. То есть мы можем его наносить под крем утром, вечером, да, и он несколько раз усиливает действие крема любого, потому что в нем содержится 20% нашего нового фтема. Да, то есть бальзам также рекомендуется использовать как соцсредство для ухода за раздраженной кожей после укусов насекомых, воздействия солнечных лучей, депиляции, агрессивных салонных процедур, химического пилинга и мезотерапии. То есть он, да, он хорошо работает. Вот, и мы его всей семьей любим. Он такой идет голубенького цета, полужиденький, 50 мл, артикул 0254. Вещь классная, содержит новофтема 2 и тумерин. Да, то есть, что такое тумерин? Так, то есть, сочетает в себе уникальную формулу кислородного комплекса новофтема 2 и запатентованные лабораторией Faberlic микрокапсулы тумерин, которые восстанавливают и укрепляют функционал кожи, который был заложен природой от рождения и теряется со временем под негативным воздействием окружающей среды. Вот какая вещь классная, да, давайте увеличу, да, вот. Такой вот кислородный бальзам. Артикул у него 0254. Он раньше был под другим артикулом. Вы знаете, когда его убрали с производства, очень-очень много людей спрашивали, где наш бальзам. А мы его потеряли. То есть это, я думаю, заказывают все. Я его дарю на все праздники, этот бальзам. Очень часто дарю. И вы знаете, очень много людей на этот бальзам зарегистрировались. Так же, как на мою тушь. С артикулом 5599, да, такая вот тушь у меня, это еще прошлый заказ, я ей уже пользуюсь, она давно открыта у меня, такая вот кисточка классная, шикарная, реснички хорошо удлиняются, она идет и как уход, серия эта люксовая у нас идет, Secret Story,
Да, вот 55,99 артикул. Вот это моя, конечно, обалденно мной любимая тушь. Очень красивая. Она идет в бархатном чехольчике, в коробочке. Ее и дарить классно, и все классно. Но это уже старый заказ. Да, то есть вот на эту тушь у меня очень много регистраций было. Люди приходят, регистрируются, покупают ее, заказывают все, что есть. Secret Story, им нравятся и тени, и все. И вот, конечно, вот этот бальзам. Очень много людей тоже любят, на самом деле любят. Что вы заказываете из того, что я вам сейчас описала, напишите, пожалуйста, под видео. Мне будет очень интересно узнать, что заказываете вы, что нравится вам, что подходит вашей коже. Да, ну тут в основном, конечно, больше всего 35+. Да, вот это 20+, это тоже 20+ идет, а вот это все уже идет 30-35+. Да, вот это тоже для всех возрастов, даже грудничкам можно. Ну что ж, с вами была Клонова Аня, интернет-проект Faberlic Online. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте какие-либо вопросы, если я забыла какой-то код на что-то сказать. Да? Это была та продукция, которую мы постоянно, регулярно заказываем, которая у нас всегда в доме есть. Пока-пока!